Сегодня мы будем пробовать самые популярные корейские сладости. Обожрёмся по полной. Первым мы будем пробовать какую-то штучку с мочой. Мне кажется, это будет очень невкусно, потому что какая-то фигня на шоколаде. Я мочу лично не люблю. Я люблю мочу. Кто любит мочу? Но на конфете что-то такое зеленое. Выглядит как маска для волос. Вот такие вот конфетки там. Что это такое? Чоколад. Такая вот упаковочка. Такая-то English. Какой-то прям... Ой, хотя выглядит прикольно. Это как KitKat. Да, вот так KitKat. Хотя ну, выглядит это красиво, но в упаковке это выглядело хуже. Нарисовано. Да, как и ты в жизни. Я думал, как подружки сделаем так. Ну... Вообще безвкусно, Катя. Просто какой-то шоколад. Думаю, там будет вафля какая-то. Хотя нет, вкус мочи есть. Мочи. Есть. Даша, больше нет. Нет. Короче, сколько ставим этой штуки? Я ставлю 5. Я 0 ставлю, потому что мне не понравилось. Нет. Это вообще, типа... Просто безвкусно. Нет, я просто не любитель матча, но я почувствовал вкус матча, поэтому... Я люблю матча, но я здесь вообще не почувствовал, честно. Короче, моча 0. Фу, говно. Так я вообще не почувствовал, реально. Я почувствовал. Ну ладно. Вот так. То самое. Не как все. Ребятки, а пока вы смотрите этот наикрутейший ролик, я предлагаю вам сыграть в игру. На протяжении всего видео я буду оставлять вам подсказки, а именно буквы, из которых вы должны будете собрать слово. И для тех, кто соберет целое слово и напишет его в комментариях, я буду переходить на ваш канал и подписываться и ставить лайки на твои видосы. Поэтому смотри ролик до конца и не пропусти ни одной буквы. Продолжаем. Какие-то чупа-чупсики, я не знаю, что это. Не знаю. Написано все на японском, если кто знает перевод. В японском, корейском. Карается один и тот же язык. Одни и те же иероглифы. А, тут рассасывать надо. А, рассасывать? Сосем. Так а сколько тут сосать-то надо? О! Что, кислое? Да. Я обожаю кислое. А я люблю кислое. Опять. Те же самые адекватные. У меня, кстати, с клубничкой тут не любят. У меня... А я не знаю, что за путь. Ну какая-то тутти-фрутти. А, оболочка просто кисла. Не, это мне очень понравилось, конфетка. Прикольно. Жди, выпину ее. Мне тоже очень понравилось. Все, вкусно. Не, ну хорошо. Мне прям понравилось. Я восьмерочку ставлю. Я тоже восьмерочку. Да, я тоже, нет, я буду семерку ставить, потому что типа... Не такое, как все. Что ты выплюнул? Не, ну потому что типа обсосал только оболочку, уже невкусно. Так, следующее, мы пробуем вот такую вот какую-то кошечку. Вот. Что за кошечка? А, это... А, какие-то... Нет, это тигр? Это типа как нутелка с шоколадкой. Это нутелка и... Это нутелка с шоколадом. Печенька какие-то. Печеньки. В общем, открываем. Это же мокрое. Бляночки. Нутелла лежала долго. Может, не будем пробовать это? Мне кажется, вот это у нас будет потом в унитазе. В общем, вот такая вот получилась. Давайте просто попробуем одну. Ну как? Нет, знаете, не так уж и плохо. Можно я твою возьму? Я не хочу. Это не нутелла, но какая-то шоколадка. Ладно. Ну, шоколад невкусный. Фигня какая-то, да? Слушайте, он лежит уже, я не знаю, на складах там, где я заказывал, просто валялся, наверное, там уже тух. Ну, это нормально. Нормально. Я ставлю 9. Нет, прям такой... печенька нормальная. Да. Прям такой перекусик. Солененькая. Шикарно. Ну, прикольно. Девочки, нет. Мальчики. Ну, типа 6. Ну, обычно просто... Я ставлю 9, мне понравилось. Нормально. Да, перекусил в школу. Ну, мало, если честно, я бы не наелся. О, вот это интересно, это как эмоции? Нет? Это как... Нет, а, это, нет, это конфеты. Это короче, следующее, мы пробуем какие-то вот... Сосалки. Типа моти. Ну, это не моти. Сосалки. Да ты посмотри, это ну. Не моти явно. Так, убираем мусор. Ну-ка. Тут забули сейчас хотя. Убить меня хоть. Опять сосать? Реально, совсем мы совсем с ним в этом ролике. Так, короче. А, там... тут мягкий. Ой. Ой, это прикольно. Там какая-то такая, на самом деле, напоминает какую-то, ириску, знаете. Ириску, ириску, да. Ириску, да. Давайте пробуем, кладем. Банан! Прикольно. Это банан. А еще мягкая, как мамба. Такая. Да, вот это вкусная. Ой, ребята, я походу зуб выбрал. У меня сломалась коронка. Пофиг. Мы рады. Понравилось. Мне тоже нравится. Я ставлю 9 тоже. Я тоже 9 ставлю. А за сколько ладно? Я ставлю 5. Не мое. Мне нравится. Кринжиха. А потом ставьте, как он сказал, как вкусно, а потом сказал. Я не сказал, что это вкусно. А, я сказал, что вкусно? Да. Ну да. Сори, это невкусно. Я ставлю даже не 5, а 0 здесь. Переобулся, да. Все, всем пофиг. Ты умираешь? Нет. А, так, следующее мы пробуем какую-то клубничную конфету. Очень много конфет, я думал, тут что-то поинтереснее будет. И вот. Все вот так запакованы одинаково. Так, да. Просто. Оп.
Ну, конечно же, вот так все выглядит. Опять осадья, сколько можно посасывать уже? Вот так они выглядят эстетичненько. Ребята, это просто какой-то сегодня... Как там так делается? Как там делают? Вот так выглядит. Мне кажется, не ролик, а мы просто сосем. Вот реально весь. Ну все, Влад, ну хватит просто сосать. Так мы реально сосем. Бери и соси. Давайте. А сколько можно сосать эти конфеты? Мне уж хочется поесть что-то. Слишком много стола сосать. Так о чем? Так реально мы сосем. Собака. Собака, нет, нельзя. Нельзя. Вот о шерсти поднялось. Как ты? Как ты эту конфету? На закадром. А дайте мне попробовать эту конфету, она мне выпала. На закадром стоит мусорка, которая себя подбирает. Пробуем вот эту клубничную штучку сосательно. Сосем. Да. Супер, я понял. Я не могу разгрызть, потому что у меня брекеты. И такой клубничный вкус, в общем, разгрызаешь, она такая мягенькая. У меня все зубы попадают. А ставлю 4-5. Это как обычная конфета. Я ставлю 5, да, обычная конфета. Короче, следующая. Мы пробуем вот такую вот машинку. Ее нужно открыть. И что сделать правильно, как обычно, высосать, да? Это работаем. Оу. А, это такие как... Подожди. А что это такое? Мы с одной будем, да? А что ты бред? Рот помыли? Грязноротый. Смотрите, подожди. Вот. А, ты как жвачка? А, я... Ой. А можно я первый попробую? Нет! 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 И все так смачно облизал. Юля, будь последняя. Последняя. Это такая желешка. Не, ну на самом деле как шампунь, я глотну, фу. Фу, да? Фу. Ну типа тройка. The next мы пробуем вот такую вот кукурузину, видите? Конфеты. Вот, конфеты в виде кукурузы. Мне кажется, это будет невкусно. Но это уже какой-то... Потому что какого она может быть вкусно? Она запахла. Чем? Кукурузой. Да, я понюхаю. Да, кстати, кукурузы такой... Фу, мне кажется, точно это будет невкусно. Жеваться? Ну, да, серьезно? Ну, это кукуруза. Реально? Это реально конфета вкуса кукурузы. Вот, типа, если можно было вам попробовать, типа, это реально кукуруза. Кстати, да. Я люблю кукурузу, но это трэш. А мне нравится. Я люблю кукурузу, а мне тоже нравится. Ставим 10, мы любим кукурузу. Это ну, 0. Я бы 9 это поставила. 0. Для меня это 0. Ну, это прикольно. Это жевалка, как кукуруза. Ну, это фу. Это просто мерзко. Жевалка со вкусом кукурузы. Ставьте лайк, если любите кукурузу. Я люблю кукурузу, но это не я. Ты не наш. Еще мы пробуем, гамбургер. Да, мы видели такие мармеладные. Гамбургеры мармеладные. Мармеладные. А как мы будем пробовать эту желатинку одну? Ну, подкусываем. Вот так это выглядит. Ну, мне кажется, прикол в том, чтобы... Такой дешевый бургер, знаешь. Он реально типа по слоям. Я возьму булочку. Ладно, я возьму салатик. Это а я возьму... Салат такой? Котлетку с булочкой. Да, так оно не делится. Фу, да что, это невкусно. Обычный мармелад. Это обычный дешевый мармелад. А вы знали, как мармелад делается, типа? Не, мне не нравится. Из свиного, костей, из свиного жира. Из свиных костей. Из костей. Минутка важной информации. Белая. Нет, что-нибудь нормально. Ладно, продолжаем. Мне позвонили и сказали, что вы не подписаны на канал. Какой ужас. Все, мы все, расходимся. Прямо сейчас. Срочно подписывайся. Подписывайся. И делай что? Красную кнопку. Серой. И завтра тебе будет пятерка по математике. Продолжаем. Сейчас мы пробуем вот такой вот шарик в виде пандочки. А, ну я видел. Смотри, давай разные шарики, они же одинаковые. Нет? Думаете, они одинаковые? Тут вот в форме земли. Земного шара. В форме земли. Я ем землю. А, это засовывают в рот? Я видел этот глаз. Что ты там, где такое видела? А куда еще можно засунуть? И едят, и едят. А куда можно еще засунуть? Смотрите, вот такой вот мячик. Блин, оно не открывается. А я можно что-нибудь тоже вкуснуть здесь? Так а тут нету, да? Или я здесь лишний? А, ну... Ой, а что это за начинка? Мне кажется, это что-то не очень. А что такое? Это херня. Мы жрем нашу планету. Мне кажется, это будет такое же, да? Мне кажется, да. Ну, химозно как-то, да? Дай тупо суфле, знаете, внутри какое-то. Это не суфле, это мармелад такой. Дай попробую. Это мармелад. Дай вкусну. Да вы не, ну, Никита. Оставьте мне. Фу. Минус один. На, кушай, я не хочу. У нас за кадром девочка, мы ей все сливаем, самое невкусное. Ноль из десяти. Ноль. Это минус, это минус десять. Я очень хотел попробовать вот такие вот палочки. Какие-то... Палочки. Что-то очень... Фруктовое. Странное. Тут все странно. Ага. Мне хоть локтем в лицо не залезет случайно. Просто, да ё-ма! Two hours later. Но? О! О, наконец-то.
Не так, прошло специфика, и года. Как это кушать? Я так понимаю, мы берем вот эти трубочки. А, это свечки? Да, и прям их свадьба. Такие вот парочки, и мы их берем. Нет, я еще не взял себе ничего. Зубами прикусываю. Давайте, что ли? Как это есть? Как за? Выдавливать. Стой, что? Прикольно. Да мне нравится. Какая херня! Детство вкус. А мне нравится, ребят. Хотя ладно, вот это вкусно, а зеленая какая-то невкусная. Ребят, похоже на аскорбинку, кстати. Реально. Да. Похоже на аскорбинку. Следующее мы будем пробовать вот такую вот жвачку. Или не жвачку. Или не жвачку. Опять надо что-то пососать, вы привыкли уже, сейчас да? Сейчас чем-нибудь закинете. Ну, конвертик как-то. О, да, это как жвачки. Как жвачки. Такие официально прям. Такие богатые. Богатые, да. Это самые богатые жвачки. Как это открывается? Помогите. Ну, и, конечно, немножечко тупенькие. Как вы открыли? Ясно, Юля. Подожди. Ой, фу. Ой. А что это? Знаете, как будто резину аж ем вообще. Ноль. Ну, не ноль. Один. Нет, это... Вау, ну да, ты мило. Апельсин. Это апельсин. Следующим будем пробовать такую вот апельсинку. Сейчас, знаете, похожи на какие-то зубы. Ой, Даша, держи, пожалуйста. Да, Дженнифер! Да, я так и знал, что они будут вкусные, да? А пробуем. Что-то знакомое. Знакомое, да? Угу. Я как будто это ела. Это очень вкусно, ребята. Это топ of the top 10. Это... Но мне, кстати, не так понравилось, как им. Опять она лицемерит. Обычно. Слушай, понравилось тебе? Нет, свой рот. Следующий вот это такой пучеглазик. Кролик в шоке. Наверное, наши глаза сейчас будут вот такими. Как попкорн. Ой, прикольно. А что за... Да, это как попкорн. А. Выглядит прикольно. Вот так. Свет, это еще хату рассыпет. Джонни Фо! Прикольно. Они мягкие. Нет, вкус, кстати, да. Прикольный. Да. Закинулись. Сколько бы ты достал? 5? А, так это есть лимон, кстати. Нарисован. Я не знаю. Пятерку. Ну, пятерочку. Да. Ну, нормально. На лимон похоже. Ну, на аскорбинку. Ты сказал про лимон, я тебя услышал. Следующий вот. Это вот такая вот лимонная штучка. Это опять какие-то, наверное, сосательные. Конфетки-лимончики. Лимончики какие-то. Кисленько. Обожаю кисло. Вкусно. Да. Вам так кисло? Реально? Ой, фу. Я поставлю 8, потому что она очень быстро меняется на сладкую. 7 все равно. Короче, следующее мы пробуем вот такую вот, смотрите. Мне кажется, это та штучка, которая в детстве красила язык. Это что? Пробовали такое? Это вот это? Пахнет какой-то, чем-то, знаете, детским сиропом. А, машмеллоу. Которым тебя лечила мама. Это... Знаете, вкус какой-то таблетки. Это машмеллоу с виноградом. Да, так и есть. Ну, кстати, неплохо. Неплохо. Нейтрально, да. Не сильный хромон. Да, кстати, не так уж плохо. Просто машмеллоу такая с виноградом. Восьмерочка, хорошая мармеладочка. Да что ты выплёвываешь? Очень вкусно, да, выплюну. Следующий мы пробуем 3 вот этих вот трубочки. Тоже мармеладки ведь я в виде трубочек, вы, наверное... Вообще, в этой Корее, знаете, в этой Корее так любят мармелад. А я тоже люблю. А где шоколад? О, да, это тут сахаром посыпанное. Прикольно. Они разные вкусы. Значит, а как вы достали ее? Открыли. А, все. А у меня не такая. У меня не такая. У меня вкусная, виноградная. Так она не кислая. Никита, дай твою. Какая-то херня. Ой, нет. Знаете, вот такую вот сладость Моти, она сейчас рвет и метит. Метит. Все. Да. Так, пробуем. Ты кто-то сожрал. Ну, как здесь вирка маршмеллоу? Это маршмеллоу. А что вы взяли, что это Моти? Это Моти, типа. Это не Моти, мы Моти пробуем. Собака просто в шоке, она хочет все. Попробуй. Посмотрите, как он хочет этот мармеладку, а себе нельзя, дорогой. Это вот такие вот... Арахис шоколад. Мой живот в шоке. Да уже. Смотрите, не знаю, видно, не будет видно. Да просто там... Такие вот маленькие, как крысиные. Крысиная какашка. О, это какашки твоей собачки. Хотя нет, у него далеко не будет. Это прикольно. Да. Это... Он очень такой... внутри меленький арахис. Да. Маленький арахисик в шоколаде. Да, да, да. Я ставлю 9. Ну, я 8, типа. Да. Потому что я арахис не сильно люблю. Давайте подытожим, что понравилось вам больше всего. Честно, я уже забыла, но какие-то мармеладки мне понравились. Мне понравились больше всего. Вот эти вот не меленькие? Нет, мне это не понравилось. А, вот это понравилось. Нам с Владиком вот эти вот конфетки кисленькие, которые мы пробовали в начале. И вот эти вот не трубочки понравились. Нет, трубочки говно. Вот. А, и мне еще понравился арахис в шоколаде. Делаем вывод, ели бы вы корейские сладости? Нет, я бы еще попробовала какие-нибудь. Ставьте лайк, если вы хотите, чтобы мы поехали в Корею и попробовали там много всяких тараканов.
Нет, наверное, я на это не подписываюсь, если что. Сейчас ставим лайки, пальцы вверх. Подписываемся на канал мой, на канал Юли, на канал Влада. И за это, естественно, мы будем вас лайкать, так как вы наши новые любимые подписчики. Ну. Давайте все. Всем пока. Bye-bye. Bye. Как будет по-корейски? Bye. Пока. Нихао. Нихао. Привет.